Ребята, разыгрываю меня, Крейсол. Эй, тут я покачал хорошо брал пас, у меня 50 генов. Я ничего не тратил, ребята. Ну, если хотите, то можете попробовать поучаствовать в этом розыгрыше. Я вас приветствую. В это время я говорю всем привет. И сегодня мы пойдем делать мега, делать квест на барре, делать напарное столкновение. Я думаю, вам как бы, ну, понравится. Сейчас вот. Как бы, может и не понравится это видео, но... Что я играю на новом маке, то есть, ну, чистый, на нем легче. Ну, а что делать? Ну, мне как бы делать больше нечего. На основном маке нету опять новых бравлеров. Ну, не точнее. Новые бравлеры это в игре появляются, а вот у меня нету. Не, вот не падают. Да что ж такое, долбнита. Ваша обосрита. Ах ты ж. Пошли. Пошли, ребят. Да пошли, что ты стоишь, как дебил. Давайте поприкалываемся над ним, типа у нас... Типа у нас забавилось. Прикалываемся, прикалываемся. Ой, да прикалываемся. Одного не хватает. Да за что? Не хватает одного, что? Блин, ну так всегда не хватает одного. На-на-на. Бэм. Стойкая жопа. Ты чё? Вообще? Сейчас без нас происходит шок-контент. Да, быстро мы бежим, мы быстро. Я же говорю здрасте. Я так всегда. А ты сейчас, я тупо, ну, как бы, вообще ничего не делаю такого с маком. Поэтому, ребят, ну, как хотите. О, блин, ну, зачем? Ну, по праву кидают кулу. У нас было... Я только написал, я посолил его молодцы, все, давайте напишем, если как. Он взял съебал. Ребята, ну все это так, надо будет хорошо отработать, наверное, не буду его прокачать и купить брал пас. Пройти тот еще брал пас и купить его. Так что, ребята,
Не, реально, я создам. Так, хорошо, его накачаю, ничего не буду открывать. Что это? Будете работяга. Будете делать квесты, если хотите. Ну, вы же любите, у меня Brawl Stars, не? Вы ж, ну, не чучело. Ну, у меня постоянно кольцо попадается. Теперь я кольцом буду дебилом играть. Дебилом кольцом играть, не? Все не надо. А то мне одни дебилы, поверьте, попадаются. Просто они таркиваются, вот как я тут покидался. Что у них лагает. Розыгрыша не будет, потому что я реально я не знаю, разыгрывать или нет. Пишите в комменты, может, я и правда просто разыграю своим трудом, все делал и реально просто бесплатно отдам. Бесплатно за 30 гривен отдам. Такой я, не, ребят, все бесплатно. Короче, все пишите в комменты, бесплатно или за какую-то цену его отдавать, разыгрывать. Ну, то есть, X3 меньше. Если бы я хотел бы его продать рентак за 500, то я его продам за 30. Это реально, про X3 выиграть. Нет, вообще, или может бесплатно. Нет его. Ну, а вам спасибо за просмотр. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока.